С вами, разумеется. Уходите отсюда, уходите. После того, что было вчера и сегодня утром, он меня убьет на месте. Боже мой, какая неосторожность. Боже мой, какая неосторожность. Приди, о май, и снова пусть рощи оживут. Под шум ручья лесного фиалки зацветут. С каким бы наслаждением фиалку я сорвал, с каким бы упоением по лугу я гулял. А прежде вы как-то не имели обыкновения запираться. А я разбирала Сюзанны вещи. Она только что вышла к себе. Ваш вид, ваш голос, все говорит о том, что вы чем-то взволнованы. А в этом нет ничего удивительного. Совершенно ничего удивительного. Мы говорили с Сюзанной о вас. Говорили обо мне? Да. А я вернулся с охоты. Меня смутило одно обстоятельство. Когда я садился на коня, мне подали записку. Я не придал ей никакого значения, но она меня расстроила. А что такое, граф? Что за записка? Ах, графиня, или вы, или я. Мы окружены людьми очень злыми. В записке меня уведомляют, что некто, кого я числю в отсутствии, будет искать свидание с вами. А? Ой! Ну, кто бы ни был этот дерзкий, ему пришлось бы проникнуть сюда. Я ведь сегодня решила никуда не выходить. А вечером на свадьбу Сюзанны? Ой, нет, решительно никуда. Мне очень не здоровится. Хорошо, хоть доктор здесь. Да, Розина. Очень не здоровится. Ну, Розина. Что там за шум? Какой шум? Там кто-то стул опрокинул. О, нет, я ничего не слыхала. В туалетной комнате кто-то есть? Ну, кто-то может быть. Я не знаю, я только что вошел, хотел у вас спросить. А, ну, кто-кто? Там, вероятно, Сюзанна убирает. То есть как Сюзанна убирает? Когда вы только что мне сказали, что она прошла к себе. Да, она прошла к себе, а может быть туда, я не знаю. Если там Сюзанна, почему вы так взволнованы? Я взволнована? Из-за моей камеристки? Ну, я не знаю, из-за камеристки или нет, но вы смущены, мне это очевидно. А, по-моему, эта девушка, несомненно, и очевидно смущает вас. Ваши мысли заняты ей гораздо больше, чем мной. Мои мысли заняты ей настолько сильно, что я хотел бы видеть ее немедленно. А я вполне допускаю, что вы ее часто хотите видеть. Но уж ваши подозрения имеют так мало под собой основания. Тем легче их будет рассеять. Сюзанна! Выходите оттуда, Сюзанна! Она раздета! Она раздета, граф! Разве можно так врываться к женщине? Она примеряла платье, которое я дарю ей к свадьбе. Услыхала ваш голос и убежала. Не одевается? Да. Не может выйти? Да. Отвечать-то может? Нет. Сюзанна, я вам приказываю! Отвечайте, Сюзанна! Сюзан! Я запрещаю вам отвечать! Неслыханное тиранство! В любом другом месте я была бы бессильна вам помешать. Но я надеюсь, что в моей комнате... Ля-ля-ля-ля-ля... А я надеюсь немедленно узнать, что за таинственная Сюзанна находится в туалетной. Ну, простите вас, ключ, я понимаю, совершенно бессмысленно, но выломать эту легкую дверь мне лично ничего не стоит. Эй, кто-нибудь ко мне сюда! Кто-нибудь ко мне сюда! Граф! Граф! По одному только подозрению из вас слуг. Мы же опозорим себя в глазах всего замка. О, вы совершенно правы, я и один легко с этим справлюсь. Руку!
В таком пустяке, я надеюсь, вы мне не откажете? Ну что вы, граф, я ни в чем не смею вам противоречить. Боже мой, чуть было не забыл запереть дверь на женскую половину. Ой, непоправимая оплошность. Так, дверь заперта. Теперь вы будете абсолютно чисты руку. Ну, а та Сюзанна пусть подождет. И самым слабым наказанием... Сказали по совести, граф! Все это до того возмутительно! Керубино! Керубино, выходите, это я, Сюзанна! Сюзанна! Какое ужасное происшествие! Керубино! Керубино, уходите, у нас нет ни минуты времени! Куда уходить? Не знаю, не знаю, уходите, уходите! Ну, куда же уходить, если некуда? Да ведь после того, что случилось, он же вас в порошок сотрет, и мы погибнем! Ну, бегите, Фигаро, и все ему расскажите! Окно в сад! Одну-две клумбы придется испортить! Что вы, целый этаж? Это немыслимо, вы расшибетесь! Сюзан, за дороги, дорого время! Керубино! Керубино! Керувин. Этот поцелуй принесет тебе счастье. Керувин! Керувину! Керувину! Пылающую бездну! И туда прыгнул бы я, лишь бы ничем не повредить моей крестной маме! Керувину! Керувину! Ах, сорванец! Ну, граф! Теперь вы можете делать все, что вам заблагорассудится. А уж я как воды в рот наберу. Графиня, прежде чем выломать эту дверь, я очень прошу вас подумать о последствиях. Откройте дверь сами. Так. Неужели вы могли подумать, что я способна забыть свой дом? Что бы вы мне сейчас не говорили, я все равно увижу, кто прячется в туалет. Хорошо, хорошо, вы увидите. Только выслушайте меня спокойно. Значит, там не Сюзанна. Дело в том, что этот человек вам совершенно не опасен. Мы придумали одну шутку, очень невинную, я вам клянусь. Вы мне клянетесь? Я клянусь, что и он, и я. Он и я. Мы были далеки от мысли вас оскорбить. Мужчина. Мальчик! Ой. Мальчик! Кто? Я не могу этого сказать. Говорите! Ой, Боже милосердный! Я убью его! Это маленький Керубино! Бас! Подлец! Граф! Граф, вы так разгневаны, что я трепещу за него! Нет, давайте напрасному подозрению! Отойдите. Тот беспорядок в его одежде, который вы заметите! Беспорядок в одежде! Да, он хотел нарядиться женщиной! Он в одной курточке, рукава засучены, шея голая! Шея голая! Хотели остаться с ним в этой комнате? Нет! Недостойная нет. Супруга! Ну, вы останетесь в ней надолго. Ой, Боже! Но прежде я бы хотел выгнать отсюда наглеца. Но так выгнать, чтобы он больше никогда на глаза ко мне не попадался. Пощадите ребенка! Встать! Отойди. Хорошо, хорошо, я встану. Я отойду. Я отдам ключ от моей комнаты, но ради нашей любви. Какой любви? Ой, Боже, он погиб.